Так, Куб, 105 градусов. Что скажешь? 105. Я выдержу и больше. 107. Так, 110. 110. 110. 110. Ласковое тепло. И верно. Вдруг ты готов выйти на жару? На теплый ветерок? Готов? Я готов, а ты? Ну, давай. Давай. -31 минус 31 градус. Это рекорд. Это новый рекорд. Новый рекорд! Минус 31! Новый рекорд! Минус 31! Новый рекорд! Новый рекорд! О, холодно! Исследовательская база Национального научного фонда США «Антарктика». Ладно, если зов трубы не вдохновляет, может, кто-то голоден? Молодец, Макс. Эй, ну как, не хочешь поразмяться перед завтраком? Ну как ты? Как тебе правый аутфилд? По-моему, очень даже неплохо. Что скажешь, Макс? Ну-ка. Апорт? Привет, Майя. Как ты, Любушка моя, а? Как ты? Держишь всех в узде? Да? Ну-ка, давай. Работай, Майя! Давай! Аборт! Молодец, Макс. Иди сюда. Так, спокойно. Тут на всех хватит. Держи, Шорти. Умница, Шэдоу. На, Дьюи. Труман. Тебе, Джек. Ненаглядная ты моя, Майя. Давай поменяемся. На, держи. Привет. Привет. О, не ждал, что увидимся в этом году. Видимо, тебе повезло. Да, лихачка, похоже. Кати! Тебе права так и не дали? О, Куб, я соскучилась. Хорошо. Это оборудование проделало дальний путь. Обидно будет его угробить. Извините. Очень рад. Я тоже. Еще чуток южней, и свалишься с планеты. Уж лучше не стоит. Чарли Купер. Картограф, инженер-механик и строитель. Рад знакомству. Очень приятно. Доктор Маклэрен, добро пожаловать.
Энди Харрисон, руководитель по науке. Я рад вас видеть. Я доктор тоже. Розмари Перрис, координатор работы. Очень приятно. Вы уже познакомились с нашей группой? Да, мистер Купер очень бережно выгрузил все мои вещи. Купер, неужели? Но вам выпала редкая удача. Пойдемте в помещение. Спасибо. За что? Так, леди Фортуна на моей стороне. Ну, она хорошенькая. Пятикарточный покер, по четвертаку. Четвертак. Кстати, вы все проиграете. Нет, это ты проиграешь. Лихачка Катя, ты обречена. Эй, док, сыграете? Нет, спасибо. Я давно не люблю рисковать. Эй, вы же с Кэти летели. А на чем ты вернешься домой? Ну, как, Джек, мы играем? Переведи. Это значит пас. Ну, Куб, как твоя подружка? Моя подружка? Ну, не знаю. Гляди, как? Ух ты! А? Ого! Ага. Она тоже ученый. О! Да. С итальянской базы. Красивая и умная. Очень. Да, но на фото чего-то не хватает. Ладно, ладно, я вижу, речь идет обо мне. Я понял. Да. Будет и другая, мы вдвоем. Она пришлет снимок, где мы вместе. Терпение, Джер. Сколько? Две. Ну, док, вы рады, что впервые побываете в Драйв Эллис? Там сейчас очень красиво. Но цель доктора Маклэрна — это гора Мелборн и поиски метеорита. Мелборн, а? Мне никто не говорил про Мелборн. Да, мир охотников за метеоритами тесен, и я не хотел, чтобы кто-то знал, что я надеюсь найти там нечто уникальное. Так что это не указано в документации. Есть проблемы? Я вам кое-что покажу. Взгляните сюда. Мы вот здесь, так? Да. Ладно. Сухие долины находятся здесь. Угу. А вот где гора Мелборн. В другую сторону и в два раза дальше. Я проверял этот маршрут на прошлой неделе, а на горе Мелборн не бывал с начала сезона. Что ж, может и так. Но доктор Маклэрн проделал огромный путь, и мы должны постараться ему помочь. Энди, уже конец января. Лед слишком тонкий, и ехать на вездеходе опасно. Туда можно добраться только на собаках. На собаках? Ладно. Они дотащат оборудование? Да, собаки справятся. Энди, сезон уже на исходе. В прошлом году собаки возили нас до самого отъезда. Ладно, Энди, ты босс. Пойду готовиться. Эй, тебе помочь? Нет, я сам. Куб, приласкай Бака. Как-нибудь в другой раз. А. Ладно, ребятки, вперед. Все на выход, вам пора спать. Пошли. Старина Джек. Хорошо, Джек. Утром увидимся. Эй, Майя. Ну что, последняя поездка? А потом зимовать на Макмердо. Славная идея. А? Хорошая идея. Ты моя умница. Эй, Макс. Ты уж постарайся в поездке. Звезда удачи? Будем надеяться. До утра, Макс. Ток-ток. Привет. Привет. Твое любимое мороженое. Клубничное? Это твое любимое. Знаешь, я не успел наведаться в магазин. Да. Они изменили график. Как дела? Сезон удачный, все молодцы. Майя просто чудо. Наш Джек начал стареть, и я думаю, что... Джерри, я спросила о тебе. Я, вероятно, помешала. Нет, Рози, мы болтали. Ладно. Ладно, значит... Тогда до встречи утром. Спасибо за мороженое. Не за что. Доброй ночи.
Доброй ночи. О, осторожно. Суровая правда здешней жизни, док. На полу удобнее, чем на койке. Так чем именно вы здесь занимаетесь? Картографией. За 2 года я нанес тут на карту каждый дюйм. О, привет. Ну что, промашка? Нет, я и не махал. А, просто считал ворон. Все равно промах, Джер. Ага. Ай! Ай, о, ай, извини, ай, дружище. Ну, тихо! Я тебя не видел. Мы выключаем на ночь отопление, так что, если хотите, чтобы что-то не замерзло, засуньте в свой спальник. Внимание! Ай! Джерри! Еще вот это и все. Эй, красивая пака. О, док. Ну уж вы не потеряетесь. Так, правило 1. Подходить к собакам всегда только спереди. Ясно? Поводья натянуты? Да. Так должно быть все время. Если они перепутаются, собаки начнут драться, а это плохо. Понятно. Я должен знать еще что-то? Нет, остальное моя забота. Я слежу за ними. Это рабочие собаки. Я не готов до смерти себя загнать. Итак, представляю официально. Впереди, в первой паре, моя зазноба Майя. Рядом с ней старина Джек. Ему уже 10 лет, и он готовится к уходу на пенсию. А вот здесь белый пес. Это Шорти. Рядом с ним самый младший из всех — это Макс. Он еще учится. У него хорошие данные, я многого жду от него. А это пара близнецы. Это Труман. Пару лет назад Труман покусал Дьюи. Видите, у Дьюи шрам над левым глазом? О, да. Да. Но с тех пор они больше не ссорятся. Последний по порядку, но не по значению, эскимосские лайки. Серый Шэдоу. А рыжий — его дружок Бак. Мышцы хоть куда, мозгов никаких. Но мы его любим. Ну как, все готовы к отправке? Да, я тут уже всех знаю. Майя, Джек, Шорти, Макс, Труман, Дьюи, Шэдоу и Бак. Отлично. Эй, Джер, береги себя, ладно? Обязательно. А ты за Купером пригляди. Не волнуйся, я буду кормить его на убой. Ладно, у вас все готово. Я хотел бы заснять наших героев, если вы не против. Спасибо. Так, сейчас, сейчас. Итак, вы готовы? Uno, dos, tres. Красота, красотища. Эй, Куб, иди-ка попрощайся с Баком. О, да. Ладно, пока, Бак. Счастливо, Бак. Нет, пока. Это не дело. Подойди к нему, а то у него разовьется комплекс. Ну, а мой комплекс? Подойди сюда, не обижай его. Я уверен, он слышал, как я с ним попрощался, и я не... Ладно, я не знаю, зачем тебе это. Ну вот. До встречи. Пока, Бак. Давай, ты уж приглядывай там за доктором и за Джерри, ладно? Ой, ужас! Ну и гадость! У меня и губы, и нос в собачьих слюнях. Не смешно. Не смешно. Давай, Джек!
чем проблема? Впереди ледяные поля. Толщина льда неизвестна. Какие уж тут вездеходы. Глядите. Что же делать? Я поменяю сцепку, чтобы собаки могли идти веером. Движение замедлится, зато площадь распределения нагрузки увеличится. И одна собака не утянет всех под лед. Вы видите? А что там? Вот. Видите их? Да, вижу. Кто это? Тюлени-леопарды. На леопардов они больше похожи. Мы их обойдем? Да, не будем рисковать. Что случилось? Мы на леднике, двигаться нужно тихо. Слезайте. Будете работать тормозами и управлять санями. Ладно? Тормозите. Вы должны направлять сани по моим следам, ясно? Да, я ладно. Впереди со щупом. Ясно. Этот ледник все время в движении. Нужна осторожность. Так, док, если что, жмите на тормоз двумя ногами. Но старайтесь без рывков, ладно? Ладно. Так, ребятки, идем. Осторожно, потихонечку. Пошли. Двигаться в эту сторону. Потихоньку. Я дам команду Майе. А вы тогда медленно отпускайте тормоза, хорошо? Да, ясно. Так, Майя, влево! 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 Макс, что ты делаешь? Макс, нет, влево! Макс, стоп! Стой, Макс! Док, стоп! 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 Держитесь, док! Док, держитесь за сани! Двумя руками, док! Вперед! Отходяки, давай, Джек, тяни! Давай, Майя, тяни себе! А ну, Макс, тянем! Еще, вперед! Вперед, тяни себе! И прошу вас, в другой раз, отправляясь на Мелбурн, не берите столько вещей. И приезжайте пораньше. Энди сказал, добраться можно, и вы согласились. Ты
Тихо, тихо. Да. Не за что. Он похож на вашу жену. К счастью. Это вынесет. Может, Кэти? Мне казалось, между вами что-то есть. Да. Да, было пару лет назад. Но, знаете, бывает, что-то не складывается. При моем образе жизни прочные отношения. Ладно, пошли наружу, ребятки. Завтра выйдем рано. Идем. За мной, Макс. За мной, Макс. Тормозите! Скажите. Просто потрясающе. Это Мелбурн. На ближайшую неделю это ваш дом. Прекрасно. Приготовиться вперед! Виктория, говорите, Мактаун. Привет, Энди. Это Стив. Хочу узнать, где члены вашей группы. Четверо на базе и двое в поле. Прием. Советуем вызвать их на базу. Две массивные области низкого давления движутся на юг. Начальство хочет, чтобы вы вызвали их пораньше. Прием. Вас понял, Мактаун. До связи. Свяжитесь с Джерри по рации. Нальете заодно и мне тоже. Да, конечно. Держите? Да, спасибо. Каковы данные? Все указывает на то, что это здесь. Ближайшие два дня все прояснят. База вызывает Мелбурн. На связь. База вызывает Мелбурн. Да, Мелбурн на связи. Это ты, Кэти? Эй, Кэти, повтори еще раз. Здесь плохая связь. Вам надо вернуться на базу, как понял. Надвигается сильная буря. Мактаун требует, чтобы вы срочно вернулись. Ясно, вас понял. Мы вернемся. Слушайте, Джерри. Это очень серьезно. Но, Джерри, я не могу вернуться. Средняя, а большая, поймите. А в здешних местах эта разница очень велика.
Я ведь ваш проводник, и моя задача доставить вас домой в целости и сохранности. Джерри, речь идет о камне с другой планеты. Возможно, мы здесь впервые обнаружим метеорит с планеты Меркурий. А это приведет к поразительным открытиям. Ведь поднимаясь в гору или плывя по реке, ты в первую очередь хочешь встретить то, что тебе еще неизвестно. То, что, возможно, откроется. Здесь то же самое. Я обогнул половину земного шара ради того, что для меня очень важно. Джерри, прошу вас. Ради того, что так важно, стоит рискнуть. На восточном склоне полдня. Но завтра в полдень отправляемся обратно. Исходи, док. Да, я знаю, поверьте. Эй, Джерри! Кажется, что-то есть. Стойте, док! Док, погодите, не двигайтесь! Там уже опасная зона! Какой большой! Сантиметров 11 в поперечнике! И совсем целый! Похоже на базальт, но такого я еще не видел! Джерри! Док! Док, не с места! Эта зона не проверена! Я велел не выходить за флажки! Ох, бог ты мой! Чудесно, док. Спокойней. Рад, что вы нашли свой метеорит. Но вам надо выбраться. Возвращайтесь по... Есть. Всего полдня. Спасибо. Ну, а теперь можно мы отправимся домой? Да. Ну, пошли. Виктория, это Мактаун. На связь. Виктория на связи. Слушаю, Мактаун. Энди, надвигающаяся буря набирает силу и скорость. Мы высылаем вам координаты. Конец сообщения. Вас понял, Мактаун. Конец связи. База группе Мелберн. На связь. Стоп! Стану одной из собак. Свяжитесь пока с Кэти и разузнайте насчет бури. Ладно. База на связь! Ничего. Я все сделаю. База! Ты чем-то лапу поранил? Это группа Мельбурн, ответьте! База, сообщите! Док! Вы целы?
Кажется, я сломал ногу. Ясно. Так, лежите там, я сейчас. Стоп! Тихо, док, не двигайтесь! Док! 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 Эй, не барахтайтесь! Не барахтайтесь! Так, вы видите лед? Дэвис, уцепитесь за лед. Вы к нему примерзнете. Утонуть можно куда быстрее, чем замерзнуть. Так, хорошо. Так, ребята, давайте. Держитесь, док! Майя, ко мне. Я не могу дышать. Я не могу дышать. Дышите глубже. Так, Майя, держи веревку. Иди к доку. Она идет к вам, док. Она идет. Майя, ползком. Умница, ползи к доку. Давай, Майя. Тихонько, Майя. Тихонько. Умница. Молодец, Майя. Снимите. Ее надо просунуть в петлю до локтя. Вы справитесь. Давайте. Вы справитесь. Отлично, док. Да, вот так. Хорошо, Майя, ко мне. Молодец, Майя. Умница. Я держу, док. Я держу. Ну, Бакшедоу, давайте. Построй их, Майя. Вперед! Вперед, пошли! Тяни! Вперед! О! Давай, Майя, давай, Джек! Так, док. Потерпите, ладно? Мы отвезем вас домой. Не волнуйтесь. Я доставлю вас обратно. Извините. Вы вернетесь домой к своим родным. Вы вернетесь к сыну, слышите? Да. Я смогу лететь при такой погоде. Увы, Кэти, дело не в том, что ты не сможешь лететь. Ты ничего не увидишь. Он попадал в бури и пострашнее. Страшнее этой?
База группе Мелбурн. На связь. База Мелбурну. На связь. Это Кэти. Пожалуйста, ответьте. Да, они шли по 10 миль в день. Джерри, как слышишь? Прием. Конец связи. Должны быть за перевалом. Энди, Куб, скорее, они здесь! Джерри! Джерри, ты цел? Он сломал ногу и побывал в воде. Розмари, тащи носилки! Сейчас. У тебя нехороший кашель, Куб, Джерри. Куб, займись собаками. У него отморожены руки. Кэти, веди его в дом. Идем, Джерри, идем. Розмари, давай. Молодцы, молодцы. Давай в дом, идем. Умница моя. Вы нас спасли. Так, поглядим, что с ногой. Розмари. Да. Набор для гипотермии. Да, так, опускай туда руки, будем их оттаивать. Эй, ну как ты тут? Как там собаки? Хорошо, я их покормил. И вынес с ней метеорит. Метеорит? Вы нашли то, что он искал? У него был хороший проводник. Постарайся скорее подготовить самолет к отлету. Доктору Маклэрону нужна квалифицированная медицинская помощь. А что с собаками, Энди? Прости, Джерри, такой груз нам не взять. Но там у них группа зимовщиков готова к заброске. Кэти сразу вернется сюда и заберет собак. Я подожду здесь и улечу потом с собаками. Нет, это исключено. У тебя, похоже, очень сильное обморожение. И, скорее всего, повреждены нервы. Джерри, он прав. Я вернусь обратно, обещаю. Так, ребята, давайте готовиться к отлету. Осторожно, осторожно, вот так. Голову. Эй, Джерри, помоги. Не да. Заденьте ногу. Закрепи носилки, Розмари. Все, закрепил. Куб, помоги затянуть собакам ошейники, чтобы не сорвались. Идем, Макс, идем. Умница, Макс. Ну, дружок, сюда. Давай, Макс. Давай, Макс. Ну-ка. Молодец. Ну, силач, порядок. Все готово. Ладно. Моя девочка. Так, ребята, пристегнитесь, трясти будет сильно. Эй, Куб, я знаю, ты немного боишься. Очень-очень боюсь летать, да.
Станция Макмердо, Антарктика. Привет. Привет. Наконец-то. О, боже. Мы там так скакали, знаешь, как пляжные мячики на стадионе Доджер. А Кэти все вопила, чтобы я перестал орать. Но я не мог, ну никак. Мне было так страшно. Просто ужас. А где остальные? Ну, все остальные здесь. Здесь, в Мактауне. Дэвис цел... Ты тоже. И руки у тебя на месте. А это хорошо, так что все хорошо, мужик. А Кэти вывезла собак? Да, то есть... нет, ей сказали, что с вылетом придется подождать, пока погода не улучшится. Джер, с тех пор, как мы прилетели, тут так и метет. Ты... Всем военнослужащим младшего ранга... Эй, ты очнулся? Спасибо. Как твои руки? В норме. Когда мы сможем вылететь на базу? Я думаю, тебе надо бы отлежаться. Нет, Кэти, когда? Погода ухудшилась, вылеты запрещены. Когда она улучшится? Все зимовки отменили. До весны в поле никто не идет. Штаб командования. Посторонним вход воспрещен. Извините, командир. Кто вы? Я Джерри Шепард из ННФ. Группа Харрисона, так? Да. Слушайте, нам нужен самолет для вылета на базу. Мы не полностью эвакуировались. Но я же вчера приказал эвакуировать всех. Улетели не все. Осталось 8 собак, сэр. Собак? Более 200 людей. 10 групп зимовщиков ждут эвакуацию в Новую Зеландию. Но эти собаки члены нашей группы, они из ННФ. Командир, у нас проблема с обледенением двигателей. Придется переместить самолеты. Сынок, гляди. У нас 2 дня на то, чтобы всех вывести. Потом снова начнется буря. Если она продлится до субботы, а прогноз таков, уже грянет зима. И никто никуда летать не сможет. У нас нет припасов. Переместить самолеты. Подождите минуточку.
Слушайте, нам бы такой самолет, как тот, на котором мы прилетели. Мы бы управили за 3 часа и все. Сынок, у нас остались только Си-130, а посадить такой самолет на базе нельзя. Но мы не можем их там бросить. Ничем не могу помочь. Но мне жаль. Давайте, действуйте. Да, сэр, есть командир. Как ты? Когда улетаете? Ты и Рози. На 2 часа раньше, чем ты, Куп и Док. Джерри, мне так жаль. Я правда сожалею. Я не хочу об этом. Ты выпьешь? Конечно. Фанта. Прости, другого нет. Слушай, это не твоя вина. В этом не виноват никто. Их просто бросили. Не говори так, ты не прав. Не терзай себя. Собаки сильные. Может, шансы есть. Им затянули ошейники, чтобы они не сорвались с привязи. Слушай, я знаю. Ты хочешь, чтобы я нашла способ вернуться туда. И ты во мне разочарована. Нет. Видимо, порой не стоит многого ожидать. Линии на полу. К августу можете получить финансы. Август? Нет, вы меня не поняли. В этом году пришлось отменить зимовки. Забросить зимовщиков не успели. Да, но есть же какой-то транспорт на юг. Мистер Шепард, будьте благоразумны. В Антарктике 25 лет не было такой сильной бури. Если не верите мне, взгляните на эту метеосводку. Oh, my God.
Так, хорошо, хорошо. А куда летит ракета? На Марс, папа. Да? Смотри, кто к нам пришел. Привет, великий путешественник. Как дела? Хорошо, хорошо. А как ваши пальцы? Ну, пока не отвалились. Да, отлично. Как ваша нога? Да трудно сказать. А гипс очень красивый. Это Эрик. Ну, кофе готов, он на кухне, так что... Эрик, пойдем поищем тебе раскраску. Вот это сюрприз, дружище. Помочь? Нет, я сам. Справитесь? Да, да. Так что привело вас сюда? Я вам что-то привез. Спасибо. Я должен вернуться. Срочно. Я не могу спать. Я был в ННФ, в разных агентствах, в разных фондах, телекомпании. Я уговаривал послать туда со мной оператора. Ну, из научного фонда. Те, кто гранты выдают? Они для вас все сделают. Вы не знаете, что говорите. Нет, я бы просто туда слетал на 3 дня. Скажите им, что я соберу данные для вашей новой экспедиции. Да они же просто выбросят деньги на ветер. Они не выбросят деньги на ветер. Даже если бы вам удалось вернуться, там сейчас уже минус 50. Джерри, рассудите здраво. Прошло уже почти... Я все это знаю. Но я должен слетать туда. Я обязан. Это невозможно, Джерри. Совершенно невозможно. Надо как-то суметь это забыть. Забыть. А вы... Ах, 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 ах
Привет, Джер. Это Кейт. Неделя прошла. Вернулся ли ты домой? Пока. Джер, это опять Кейт. Позвони мне. Пока.
И помните, океан всегда непредсказуем. И шутить с океаном нельзя. А теперь берем весло и держим его вот так, двумя руками. А сейчас плавно опускаем то одну, то другую лопасть. Вот так. Эй, Эл, не подменишь меня? Как ты тут оказалась? Я услышала, что Джерри Шепард работает в детском бассейне. Думаю, нет, нужно увидеть это своими глазами.
Так ты решила посмеяться надо мной? Нет, я только шофер. Кто-то хочет видеть тебя. Бренди, ко мне. Иди к Джерри. Ух ты, какая красавица выросла. И умница тоже, как ты и говорил. Точно? Ну, поглядим, что ты умеешь. Апорт. Здесь. Да вот, ты мне не звонил, я тревожилась. Я был занят. О, да, я вижу. Ну, а ты? Как твои дела? Ничего. Кое с кем встречаюсь. Правда? Знаешь, мы недавно познакомились, но он славный. Совсем не такой, как мы. Интеллектуал. Он биолог. То есть ботаник? Заткнись. Да. Молодец. Давай, Брэнди. Я слышала, ты отказался от экспедиции Маккинли. Слушай, я знаю, тебе тяжело было бросить собак. А, так уж вышло. Тут не о чем говорить. Не о чем говорить? Джерри, ты что? Не будем это обсуждать. Нельзя же без конца прятаться, Джерри. Нет, ей-богу, катать на каяках детишек. Ну и что же мне делать, а? Может, ты подскажешь, а то я уже просто не знаю. Знаешь, что тебе нужно? Избавиться от чувства вины. Это вовсе не значит забыть. Узнает собачников по запаху. Привет, Миндо. Как, Джерри? Легко добрался? Спасибо, что позволил приехать. Я рад тебе. Ты член семьи. Вот. Надеюсь, понравится. Спасибо. Входи. Так ты приехал повиниться, ну? Я ведь знаю, что ты их вырастил. Тебе не за что извиняться. Сожалеть — это не главное. А что главное? Когда я еще был молод, у моего отца на Юконе была собачья упряжка. Как-то он взял шестерых и уехал далеко. Они наткнулись на гризли, очень крупного. Он бросился на отца и покалечил его чуть не до смерти. Очнувшись, отец увидел, что две собаки погибли, пытаясь его спасти. Другие ушли. И когда отец окреп, он пошел их искать. Не мог иначе. Знаешь, почему я тебе это рассказал? Я не найду своих собак. История не про собак, а про моего отца. Про его к ним отношение. Джерри, главное найти то, что поможет тебе обрести душевный покой.
Вествуд Марки. Главной награды удостоен доктор Дэвис Маклэрен. А сейчас, дамы и господа, давайте воздадим должное человеку, который 5 месяцев тому назад привез из Антарктики первый в истории науки метеорит с Меркурия. Доктор Дэвис Маклэрен. Поздравляю. Спасибо. Большое спасибо. Я благодарю многих, ну а в первую очередь, конечно, мою семью. Сына Эрика и жену доктора Еву Маклэрен. Терпеливо ждущих, пока я мотаюсь по свету, совершая экспедиции, многие из которых, по сути, являются погоней за химерами. Лишь с их помощью этот камень и... этот ученый попали домой. Спасибо. Извините, я отойду на секунду. Поздравляю. Спасибо. Да. Уже приехали. Да. Когда мы в прошлый раз виделись, я вывалил свои проблемы. Это нехорошо. Но мне трудно смириться с тем, что собаки остались там. А как обстоят дела сейчас? Сегодня я отправляюсь в Новую Зеландию. Нашли деньги на поездку? По крайней мере, на часть. Доберусь до Крайстчерча. Оттуда попытаюсь с Аказией двинуться дальше, на юг. А если не выйдет? Вы же сами сказали, когда началась буря, ради того, что важно, стоит рисковать. Дэвис! Еще раз хотел поздравить. Спасибо, что пришли. Не за что. И передайте привет родным. Конечно, передам. И большой вам удачи. Спасибо. Всего доброго.
Няня сказала, он заснул в 8. Отлично. Значит, проснется в 5. А. Привет, малыш. Мои герои – собаки, которые спасли папу, Эрик. Общий итог расходов по экспедиции. Десятое июля. Они провели без.
Крайстчерч, Новая Зеландия. Привет. Привет. Хочу нанять судно. Для чего? Мне надо в Макмердо. Не выйдет. Судно-то рыболовное. Дам наколку. Знаете Бейлис? Да. Да, в той стороне это бар. Ну, спасибо. А вы никак? Ни за что. Вы хотите, чтобы я шел среди зимы в Антарктику на рыболовном траулере? Ага. Я заплачу. Немного, но я отдам все, что есть. Извини, друг. Тут все хотят задешево добраться до Макмердо. Но моя посудина — это старая рухлядь. Стоит напороться на ледяную глыбу и все. Я видел ваш траулер. Он сдержит. Нет, нет. Вы мой последний шанс. Ни один моряк ни на чем, кроме как на ледоколе, туда не пойдет. Простите. Извините, сэр. Дама у стойки вас угощает. Надо же. Извините. Ты откуда? Кое-кому понадобился недорогой пилот. Так я могу сделать скидку. Что за черт? Как ты, Джер? Как ты, дружище? Как ты? Я рад тебя видеть. Я скучал. Я тоже. Так, что происходит? Что за экспедиция у вас? Это у нас АТННФ экспедиция. Я ведь свернул работу чуть раньше, и от гранта остались деньги на пару дней. У меня все при себе. Ну, пошли. Да! Идем. Идем. Давайте, ребята. Фух, с ума сойти, я такого не ожидал. Ну, бывает, стоит и многого ожидать. Купер, как вы? Спросите это после посадки. Ладно. Спасибо. Майк, браво. Даю добро. Вперед, ребята! Thank you.
Привет. Составлю тебе компанию. Давай. Небо какое звездное. Падающая звезда сулит удачу, а? Джерри, то, что нас ждет, будет тяжело видеть. Да, я знаю. Но я был обязан проделать этот путь. Я рад, что ты здесь. Я твой должник. Ты передо мной в долгу. Но не за это. Нет, серьезно. Ты сразу поняла, как мне это нужно. Осторожно. Ты говоришь, как взрослый. Это беда. Машина, мистер Хансен. Идемте поглядим. К чему бы это? Это нехорошо. Толщина льда больше, чем мы ожидали. Впрочем, это неудивительно при такой зиме. Обогнуть. Симонета. Какая Симонета? Его выдуман. Не гоните лошадей, док. Один момент. Итак, я наносил на карту новый путь пингвинов, чтобы ученые смогли их отыскать. Следуя за ними, я вышел к базе итальянцев. А там Симонета Пирелли поила меня дивным горячим какао. Слушай, о чем ты говоришь? Пройдите со мной.
Смотрите, наша база далеко. Слетать на вертолете туда и обратно не удастся, а база итальянцев ближе раза в два. Молодой человек прав. Да, но наша цель дальше. Да-да-да, постойте, ведь оборудование на всех базах одинаковое, верно? Но на итальянской базе есть фантастические вездеходы Snowcat. Ребята, они быстроходнее ракет. Мы доедем на вездеходе до нашей базы, сделаем... Ключи во втором корпусе! Лопаты там сбоку! Нам надо откопать вход! Thank you.
Вот подано. Классный вездеход, Куб. Что? Неплохо, а, Джер? Что ты хочешь услышать? Что ты гений? Я бы хотел. Да, ты Супермен. Ты и вправду гений, Куб. Ты Супермен. Грация, Джеральда. Грация. Ну а ты, лихачка Кэти, помнишь, что ты вытворяла, когда со мной летала? Да. Отплата — это холодное блюдо. Купер, там было слово... Им не удалось даже с цепи сорваться. Thank you.
Они сбежали. Освободились. Уймись, не надо. Ну, молодец. Молодец, Макс. Ну, я же сказал вернусь. Ну что же вы, ребята? Шорти ко мне. Только не в лицо. Только не... А, не в лицо, Джерри! Спасай! Спасай меня, Джер! Поручай! Эй, Мак! Отвяжись от него! Спасибо, Джер. Молодец, Бак. Шэдоу, Трумэн, Макс и Шорти. Просто не верится. Молодцы. Мои 5 звезд удачи. Почти прекрасно. Двигаем домой, ребятки. Этого хватит на обратный путь. Эй, Куб, помоги мне. Сейчас. Шорти, ап. Молодец. Давай. Ну, давай. Ну, Шэдоу, прыгай. Машину. Давай, Шэдоу, машину. Давай. Вот. Скоро стемнеет, пора ехать. Давай. Так, Макс, давай, дружок. Хочешь сесть вперед? Ладно. Ладно. Как хочешь. Давай вперед. Сядешь со мной. Ну давай. Прыгай. Макс! 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 Майя. Беда. О, Майя. Беда. Ты умница. Молодец, Макс. Умница. Ты ее не бросил. Мне жаль, детка. Привет.
Привет, моя хорошая. Ты жива. Как ты, Люшка моя? Она поправится? Да, она поправится. Привет. Ну что, Куб, заводи моторы, поехали. Есть, сэр. Я освобожу еще место. Ладно. Помоги, надо ее устроить. Сейчас. Ну-ка, Майя. Порядок? Вроде да. Вот так. Так, Макс, поехали. Давай. Молодец. Как твоя любовь? Хорошо. Ну ладно, поехали. Посвящается исследователям Антарктики и их собакам, чья стойкость и отвага вдохновили создателей этого фильма. Фильм дублировали Анатолий Петров, Валерий Кухарешин, Анна Геллер, Владимир Маслаков и другие. Перевод Ольги Воейковой, автор синхронного текста Елена Ставрогина, режиссер дубляжа Наталья Федотова, звукорежиссер Галина Лукина. Фильм дублирован компанией «Нева Фильм» по заказу Disney Character Voices International. Санкт-Петербург, 2006 год.